5-й. Но я ее с собой, конечно же, не взяла, потому что мы спонтанно. Я говорю, я вот только вышла с машины, с Баблокара, на Орленке, тут на ЧМЗ. И меня забрали. И вот я здесь. Жень, ты и камеру включил? Конечно. Да, что-то пишет. А что она про марафон не рассказывает? Полумарафон, прошу заметить. До марафона еще не доросла. Да помню, хоть в колесе. Аватарки будут каждый день новые. Так, давай ты на меня там посмотри, руками помаши, все дела. Ух, что-то там внизу, да? Ну да ладно. Все, можно вставать. Палочка. Нет, не выпадет. Ноги трясутся. Ой, что, как давай второй ногой тоже подтягивай. А я, мне так удобно. Я так отталкиваюсь. Как в этот. Как хочешь. Как с парашютом. Готово. 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 3, 2, 1. Бежим. Пришли. Че, как? Супер. Круто, круто, круто. Хорошо вышло. 10-й раз, говоришь, прыгаешь? Хорошо легла. Да. Молодец. Бежавала. Все равно ноги трясутся. Ну так. А чего ты еще прыгаешь? Абсолютно нормально. Ты боишься. Это адреналин. Так или иначе. Мы все боимся, поэтому живы. Все готово.